Возможно, у вас есть вопрос, что это было в начале и в чем смысл этой касценки, но мне просто захотелось. Так что да. Сейчас вы можете наблюдать, как мой персонаж начинает лутаться, точнее я тот, с прошлого. Это сейчас озвучка поверх, потому что мне было лень что-либо говорить во время записи видео. Наслаждайтесь. И еще одна правка. Я играю... Да, я просто играю. Я, короче, играю за вора. Отстаньте от меня. И маленькая поправочка. Когда вы слышите то, что я разговариваю по рации, это значит, что я включил голос тот, который был на записи. Так что да, наслаждайтесь. Опять сказал? Так сразу, да? Так даже неинтересно. Паника. Дверь будет открыта. Итак, как бы так сказать, на этом моменте у нас заканчивается первый день, да, перед сном в игре я поел, да, и вроде больше ничего. Страх, что, сон приснился какой-то? Так, лоток, выкидывай. Смотри, отвори. На второй день своего выживания я хотел пройтись по ящикам, залутать их. Ну да, да, что я еще хотел, да, да, я забыл. Красы, в жопу ваши эти сценарии, потому что я задолбался по ним говорить, и по ним говорить у меня не получается, так что... Бра! Давайте теперь скажем так. Я пошел, залутал школьные ящики, начал зачищать школу, и начались жесткие проблемы. Смотрите. Бейте. Если рядом враги, то к ним заходи. А
А теперь, как я и говорил, с этого места все и пошло по самой жопе. Потому что во время этой драки я потерял свой топор. Он завален возле тысячи зомбачей, которые не дают мне его подобрать. Единственное, что у меня осталось из оружия, это молоток и отвертка. Единственное решение, к тому я побегаю, это лечь спать утром. О чем я потом, конечно же, жалею, потому что в темноте было бегать нихера неудобно. Встань! Куда ты спишь? Ай, блядь. Чем они еще предлагают отбиваться? Топором? Ой, пф, ты топором. У меня остались только стволы. Ой, ситуация. 5 патронов тут и... 5 патронов. 10 патронов этих. Хрен там перевес. Как вот так хлопнули. Вот там кто-то стреляет. Подожди, тут сейчас еще и попью. Убрать воду. Как мне сейчас с одним молотком с ними всеми разбираться? Сейчас вы будете лицезреть мои попытки вернуть себе топор. Да и в принципе выжить. Что у меня там еще осталось? Больше вариантов нету. Теперь давай на чистоту. Тебе, как человеку, посмотрящему это видео, я выражаю огромную благодарность за то, что вообще досмотрел до этого момента или до сих пор смотришь. Спасибо огромное. Не забывайте про лайки, всякую такую поебень, иначе, простите, я не могу назвать это по-другому. Вот, это вам очень сильно помогает продвижению роликов, как я знаю, наверное. Я, по крайней мере, надеюсь. Спасибо за просмотр и всего самого лучшего.